Скульптура, которая сегодня попала в объектив нашей видеокамеры, славит нелегкий солдатский труд. Но от монументальных танков и памятников неизвестному солдату эта композиция сильно отличается. Здравствуйте, меня зовут Ольга Петрова. Наша цель сегодня – памятник кирзовым сапогам. Памятник кирзовым сапогам установлен в пригороде Перми, в Звездном, что закономерно. На территории этого закрытого поселения долгое время размещалась дивизия ракетных войск стратегического назначения. Практически все взрослое население военного городка когда-то маршировало в легендарной обуви. Солдатские сапоги не просто скульптура, а интерактивный артефакт. Каждый может их примерить, вставив ноги в специальные выемки. Бронзовая обувь весит 40 килограммов. Скульптура эта еще совсем молодая. Она была установлена в 2009 году в честь 50-летия ракетных войск России. А заодно жители Звездного решили увековечить заслуги легендарной обуви. Ведь кирзовые сапоги совсем недавно практически канули в лету. В российской армии их заменили на ботинки. Изобретателем кирзы и, соответственно, кирзовых сапог является наш соотечественник Иван Плотников. Именно он в далеком 1935 году разработал искусственную кожу, которая представляет собой пропитанную и обработанную многослойную хлопчатобумажную ткань. Кирзовая – от сочетания первых слогов – Кировский завод. Именно там впервые началось массовое производство сапог. Специалисты подсчитали, за всю историю кирзачей было выпущено около 150 миллионов пар. В этой обуви наши солдаты прошагали пол Европы, дошли до Берлина. А изобретатель кожзаменителя кирзы был награжден сталинской премией наряду с разработчиками «Катюши». Интересные рядом. Обратите внимание.